Всем привет! Продолжаем гулять, путешествовать по городу Коломна. Это Пятницкие ворота, главные парадные ворота Коломенского Кремля. Сейчас на внутренней стороне проездной башни помещена икона, на которой изображены Новозаветная Пресвятая Троица, список с Донской иконы Божией Матери и Небесный Покровитель Коломны. Надо отметить, что под башней был сводчатый подлаз, то есть подземный ход, который соединял крепость с городом в случае необходимости. Вот такие дела, вот такая башня, красавица. Все, всем пока, всем привет.